Приехать в Париж и пойти на футбол, ну что может быть лучше? Знаменитый Парк де Пренс. Это состав Париж Сен-Жермен. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. На экране стартовый состав гостей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Приехать в Париж и пойти на футбол. Ну что может быть лучше? Знаменитый Парк де Пренс. Это состав Париж Сен-Жермен. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. На экране стартовый состав гостей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Приехать в Париж и пойти на футбол, ну что может быть лучше? Знаменитый Парк де Пренс. Это состав Париж Сен-Жермен. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. На экране стартовый состав гостей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Приехать в Париж и пойти на футбол. Ну что может быть лучше? Знаменитый Парк де Пренс. Это состав Париж Сен-Жермен. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. На экране стартовый состав гостей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Благодаря проведению в 2016 году во Франции чемпионата Европы стадион Парк де Пренс был улучшен. Повезло как стадиону, так и клубу Пари Сен-Жермен. Да, например, появились новые сооружения на стадионе, в основном для прессы и технические зоны. Также были улучшены трибуны, все кроме фанатских секторов. В уважении к самым важным болельщикам их места сохранили без изменений. Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей, ничего себе! Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Грубо в отборе играет он.